Нам рассказали то, что в МГУ проводится олимпиада различных типов по предметам. И я решила попробовать себя по математике, потому что мы в лицее профилируем в основном математику. У нас спецкурсы, различные школы ДАР. И я думаю, нам некоторую основу дали, и хочу попробовать, что на самом деле мы получили. И увидеть результат. Насколько я знаю, здесь собрались очень сильные ребята, достойная конкуренция. Конечно, сюда я приехал для того, чтобы в очередной раз уже проверить свои силы, посмотреть, на что я сам способен, и хотелось бы набрать хорошие баллы. Мы поставили перед собой цель, это не сегодня и не вчера, а вот в связи с переходом на единый государственный экзамен расширять олимпиадное движение, потому что победители и призеры олимпиад, они имеют право на льготное поступление тех олимпиад, которые вошли в список, утвержденный Министерством образования. Значит, вот в прошлом году мы проводили две олимпиады, вы слышали. Это олимпиада по истории и математике под эгидой Уральского госуниверситета, олимпиада по математике под эгидой Самарского госуниверситета. А вот в этом году, учебном году, мы начинаем свое действие вот с этого турнира. То есть всех 11-классников организовано, перед этим мы известили органы управления образованием, собираем, чтобы они поучаствовали и могли использовать свое право льготного поступления, если они умные, одаренные дети.